Всем привет, едем в пиццерию. Что с моей колонкой, что у нас все в песке? Ой. Так. Мы говорили об одежде. Пристегнута рубашка. Кондиционер заводить. Угу. Пиццерия. Это пиццерия and come back. Two days. О, Дон Боск. Окошко закрывай. Кондиционер у нас сработает. We'll be right back.
Всем снова привет. Итак, едем мы из пиццерии, нашли пиццерию, взяли пиццу и едем домой кушать, так как малой уснул в машине, никуда не зайдешь теперь, его нигде не бросишь надолго. Люба, открывай, открывай. Это у Леси открыто, мы кондиционер не будем включать. Ты проснулся уже? Ну ты крутяк. Кто тебя разбудил? Пока ты спал, мы уже сходили в пиццерию сам. Кстати, нам сделали скидку. 18 евро взяли вместо 19.50, когда он услышал, что мы из Украины. Вы поняли? Мой добрый магазин. Хорошая, да. Пиццерия, если пицца вкусная, то будем сюда теперь, короче, ездить. Как? Сохрани это место расположения. А Google же запоминает везде, где я был. Все наши маршруты сегодняшние у него записаны. Супермаркет не будем заезжать? Нет. За продуктами? Да. А не мешало бы, знаете, нам бы заехать. Я уже голодная. Ну поехали пиццу тогда еще сказать. In 50 meters, at the roundabout, take the first exit. Походу вот слева сейчас начинается место, где все на обочине машины кидают, видимо. Короче, место в городе, где можно парковаться бесплатно. А вот, похоже, участок продается. Спацио Либера телефон. Да, похоже, что на продажу участок стоит. Продается? Или что это написано? С окнами веселее. Кондиционер это фигня. Но я вам скажу, если вот ехать по городу, то может быть. А если выехать на трассу и ехать там 140, то окна уже не откроешь. И просто в машине становится невыносимо жарко, если кондиционер не включен. Окна, когда на скорости открываешь, то сильно много шума. Это мы сейчас не быстро ездим, потому что город.
Прибыли!